Общественный контроль за качеством ремонта дорог введут на трассах Челябинской области. Об этом заявил Борис Дубровский. Сейчас этим занимаются волонтеры в Челябинске по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова. На основе их проверок региональный Минстрой должен заставлять подрядчика переделывать плохую работу за свой счет, заявил губернатор. Тем более строительный сезон уже начался. Я дам поручение Микулику и Тефтелеву, чтобы, собственно, те вопросы, которые вы задаете, чтобы на эти вопросы вам отвечали совершенно точно. Да? И предлагаю все-таки вот эту практику выйти нам из Челябинска и распространить эту практику, в том числе и на межмуниципальные дороги. Отмечу, что общественный мониторинг дорог в Челябинске идет уже два месяца. И по словам Владимира Бурматова, 10 из 40 магистралей, которые отремонтированы в прошлом году, уже имеют признаки аварийности. Теперь депутат Госдумы предлагает распространить эту практику на межмуниципальные дороги. В регионе уже введены контракты жизненного цикла. Это значит, что дороги находятся на гарантии. Если уже через год появляются ямы, подрядчик должен залатать их за свой счет. Независимо от того, где находятся эти дороги, в городе или в области. Огромные средства тратятся ежегодно, 10 миллиардов рублей, и я считаю, что это очень ответственный подход областной власти контролировать каждый этап, начиная от строительства и заканчивая тем, как ведет себя дорога в рамках эксплуатации.